Всем привет! Народ, сегодня мы будем проводить опыт с электролизом воды. Электролиз это расщепление воды. Электролиз воды это расщепление воды на ее составные элементы, на водород и кислород. Смотрим. Под воздействием электрического тока. Ну, так происходит электролиз. Предлагайте свои темы на видео. Тут очень хорошо реакция видна. Всем привет! Сегодня мы проводили опыт с электролизом. Данила вам показывал, что это такое, я вначале немножко объяснил. В общем, на канале у нас будет еще много похожих видео, так что подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Ну и всем удачи, всем пока. Ну а сейчас вы досмотрите, какие опыты у нас получились.